У нас в Липецке очень любят две вещи – халяву и караоке. Поэтому у нас открылась первая в мире эконом-караоке. Госпожа ИПшница. Здрасте. У вас тут дешевые песни поют. Да, у нас. Попробуй, может, одну, да? Можно. Да? Сейчас я только программку запущу. Хорошо. Готовы? Да. Поехали. Арлекино, Арлекино, надо быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, лишь одна награда смех. Смех. Ой, женщина, это что-то невероятное. Да. А можно что-нибудь на иностранном языке? Да, конечно, давайте. Ду. Духаст. Духасмищ. Ду-ду-ду-ду-тру-ду. Ду-ду-ду-ду-тру-ду. Женщина, что вы делаете? Копировать. Женщина, что происходит? Вставить. А, понял. Ду. Духаст. Духасмищ. Ду. Духаст. Духасмищ. Ду. Духаст. Духасмищ. Де фрагмах. Это зибельва. У-ху. Это просто какая-то балдежка. Да. Женщина, приду к вам завтра. Ой, завтра не приходите, вам, наверное, не понравится. Почему? У нас завтра ксерокопия. Обожаю ксерокопию.